Плачешь ты, глаза от меня, и уже средь бела дня. Ты с Потапычем целуешься при всех. Так, я транспортер, то swap location. А, я могу свичить, да, ребят? А как мне это сделать? Типа, я позитивная роль, правильно? Я не киллер, я нормальный поц. Извините. Но я все равно буду как негодяй-подлец играть. Не надо колдовать, чат. Копи ману на завтра. Сегодня нам мана не нужна, выброшенная. Просто так. Вот, на завтра выиграл. Классно, Паша. Отличная первая катка. Спасибо. Я его... Я вроде его... А, нет, это не он был. Я короче, вроде он внизу лежит, где топливо подбирать. Подозрение на кого? От администрации. Я чинил свету, со мной был ураган, и еще кто-то пришел. Я прибежал в кафе. Ну вот да, Чупик в конце просто прибежал, все что я знаю. Я в столовку забегаю. Подожди, ты в столовку откуда забегаешь? Снизу. А что, я тебя не видел? И что, я труп не видел? А это как? Ураган, ты в тот раз был хером? Когда... О, да. Ураган, что за кошки-мышки, объясни мне. Так, мне вот тоже знат еще не нравится. Он не встает, он не вставал на скале. Я не встаю! Ой, я сейчас буду тебе показывать. Знат, официальная роль, пиздобол. Так, я все сказал. Ураган, я три раза встал! Ураган, я смотрел, там не было, что ты типа встал. Пойдем еще раз встанем. Там просто знаешь, что может быть новая галочка, которая типа не показывает. Ну, короче, не выйдет. Не, показывал до этого были. Не, ладно, я видел, как знат встал четко в середину. Я в этот тайминг кликаю, чтобы типа проюзать, и я просто сам встаю. Я не видел типа, ну, вейтинга никакого. Короче, ладно, скип. По кайфу играем, 10 тысяч ролей. Это Хангер, напоминаю, да, Паш? Так, окей. Куда идти-то? Что делать? Ну, пойдем налево, у меня задание слева. О, подожди, я могу эту хуйню сделать? Чупикс. Никого нету. Можно Чупикса отправить в пешее эротическое, как говорится. Давай над Ликсом поиздеваемся. А почему его нету? А, во. Ликса поменяем с... Ялом. Будет забавно, если они стояли все это... О, ял. Здрасте. По-моему, меня сейчас убьют, да? Чупикс. Ял, Чупикс. Чупья... Чупьяликс. Что-то произошло, зеленая хрень была. Чупикс, ял. Ял, Чупикс. Ну давай быстрее. Чупикс, ял. Аси. Так, Джонни. Блэк ЖК на Яла. Не дохрена ли вас здесь, ребятки? Нахуй с корабля, Фикс! Нахуй с корабля! Короче. Почему? А, ну, есть такой один прикол, но это Фикс. И знает два человека. Я и... И Ял. Нет. А что за тема? Я бежал и появился еще в другой локации. Это, меня это ваш телепортирует, да? Это по-любому Фикс, Джонни. Ща, я на будущее вам говорю. Вообще теперь не верим, если у Скана стоит Джонни, потому что у него есть геймпад. Узнат его точно нет. Типа, ну ему я поверю чисто вот за отсутствие. Это все, забейте, это знак, это не знак. Я так скажу, я верю Джонни. Это фикс. У Фикса ничего не получилось. Фикс идет нахуй с корабля. Все. А что ты так долго сказал, что я не понял? Потыкнуть мог. Короче, я вам инфу вкинул. Не знаю, в тот раз у урагана плохо работало. Короче, два зеленых, один красный. Толя и Ял зеленый, Аси красный. Ну, я могу проверить. Да, хорошо, там давай, ты зеленый, на кого цель. Фикса кикните. Джонни, мне не нравится с тобой играть. Ладно, ты меня убил. Ты не умер! Я тоже... Понимаешь? Поэтому нахуй с корабля. То есть он убил Джонни, но при этом не, Джонни не умер, а воскрес и вмочил его? Кто-то жизнью своей пожертвовал, чтобы его резнуть или что? Или как? Ай, блин. Так, чат, как тебе это, миллиард ролей? Ну тут хотя бы люди понимают, во что они играют. Тут хотя бы есть какое-то понимание того, что надо делать. Так, ладно, у меня, кстати, в первый раз, по-моему, почти все задания выполнены. Аси, не понял.
Так, ураган зеленый, ураган зеленый. Я сейчас очень сильно... Я сейчас очень сильно испугался. А убийства-то будут вообще или нет? А почему? Подожди, а что? Подожди, Диман, что говоришь? Убийства, говорю, будут или нет? Ну, боятся. 8 человек. 3 зеленых. Там смысла сейчас никого кикать нет уж, если на то пошло. Ладно. Ну, если только опираясь на мою фигню, но в тот раз ураган плохо работал. Не-не, давайте скипнем. Не, она плохо работала на импорте. Короче, понимаешь, классно. Я расскажу. Я нажал кнопку, и даже никто не послушал, зачем я ее нажал, уже все решили. У нас время просто еще есть. Да уже все проголосовали, че, ладно, окей. Нет, все, все. Ой, ну пожалуйста. Нет, я на самом деле... Я просто испугался, я потом после катки спрошу, почему так случилось. У меня роль странная, типа, и непонятно, почему некоторые вещи происходят. Короче, тебя телепортируют туда-сюда. Чупик, объясню. Ася может быть шерифом. Я понял, да. Тихо. Ну смотрите, я не проверил Джонни, Лекса и Зната еще не проверил. Зната не надо, Лекса проверь. Меня проверяй. А может мне еще кого-то проверить? Нам будет сейчас какого-то арсониста найти. Подожди, а ребят, не колдуйте ману. Завтра надо будет колдовать ураган, ману. Ну ты, Ял и Столя. И Джонни. Столя. И я, нас и Знат. Ну, Джонни, и Столик зеленый. Нет, Джонни тоже зеленый. Димана, проверь. Меня можешь проверить. А как вы проверяете? Вы верите Асе, что он шериф? Ну, это... Роль Ял есть специальная, которая проверяет людей. Так ты понимаешь, что у нас все равно один импостер, Чупикс, расслабься. Либо красный, либо зеленый. Ну ладно, ну просто помните, что он красный у меня. Офигеть, и даже роль уже есть, которая показывает, кто есть кто. Ну там по-другому немного она работает, она так, пальцем в небо. Блин, ну это как-то неинтересно, по-моему. Ял что-то бегает. Я пойду наверх чинить. Внизу по-любому будут люди. Внизу по-любому будут люди. Надо Яла с кем-то тэпнуть. Блэк Джек Кей и Ял. 88-83. Пойду доделаю лаз задание. Бля, закрыли. Зараза. Не, а чё он так опасно стоял рядом со мной? Мне не понравилось. Бля. Ну вы видели. Там лиг, я говорю, Джонни, стой, блядь. Короче, это Ликс. Короче, я не понимаю роль свупера, я вообще не понял, что это такое. Я не понимаю, что это за кнопка, я ее жал, она вообще не работает. Хотя написано, что я могу в инвизибли киллы делать. А, ну это кнопка, ты в инвиз превращаешься. Ну у меня не получается, я не понял, как она работает просто. Я тут, я пытался понять и не понял, как она работает. Да я тоже много чего пока не пойму. А кто твой тиммейт? Нормально. Я всю игру телепортировал людей, телепортировал, а потом, почему я нажал кнопку, я жму список, а там только Аси и кто-то еще. Я такой, так, подождите. Я тоже свою роль не понял. Я, по-моему, обычный импостер. Супер? У тебя понятно. Андер. Ты такой фиш чил. Это я. Играйте дальше. Да. Вот бля. Подожди, а как мы... Что? А что произошло? Почему мы же... Ладно. Task complete. Все, все задания. Ял знат, Аси, ураган. Нет! Да бля, ну почему я? Ёб твою мать. О. Пожалуйста, почини цвет. У меня все зеленые, кроме Аси. Спасибо, Аси трейдер, да. Не, подожди, стой. Аси трейдер, меня оживили, он меня убил. Он меня убил, Ял меня оживил, он трейдер. У меня все зеленые, кроме Аси, Аси один красный, типа. Это же не может быть так. Я играла кость Яла, потом он... Каким образом? Ну так же не может быть, что все зеленые... Аси убил меня, меня Ял оживил, все. Подожди, а каким образом... А шериф тогда... Так он не шериф. Джонни... Подожди, ты Джонни не проверил. А, ну значит, типа, Джонни, наверное, был шерифом, и типа его Ликс убил. Потому что, типа, я отталкивался от того, что, ну, типа, раз в прошлый раз шерифа пометила красным, значит, типа, Асину, скорее всего, этот. Просто никого не поверили. Спасибо, твоя жертва не была напрасной. Я что-то жду возле этой косточки. Моя, блядь, тоже не была напрасной.
Погнали. Я говнарь. Я говнарь, который выясняет роли. Подожди, ревил. Это посмотреть роль или что? Чупикс. Чупикс зеленый. Чупикс зеленый. Чупикс зеленый. Фикс. Чупа зеленый. Чупикс зеленый. Ураган, чупикс зеленый. Литпут. Ураган и чупикс зеленый. Литпут. Ай-яй-яй-яй-яй. Ураган и чупикс зеленый. Ураган и чупикс зеленый. Зеленый чупикс и ураган. Подождите, одну секунду. Уговорил. Снизу. Ася, ты где был сейчас? Я справа прибежал снизу и в этом сейчас. Бля, Паша! Серьезно! Снизу. Повторение. Офига, у него табличка прикольная. Я в электрике был. В электричестве, да. Ты все это время был? Нет. Процентов 60 на время. Точно? Я говорю, фикс оставался снизу. Я там справа снизу этот красными штуками футбольный мяч заполнил. Да. Пошел, короче. Зна, ты откуда ты знаешь, что я точно мирный, если мы с тобой не встречались? Да? А то ты там другой прикол. Я могу немножечко галочку. Мне кажется, ты сделал то, что я когда-то с Джонни делал. Или мне показалось? Звучит как что-то интересное. Да-да-да. Я даже не помню этих мувов. Если что, килл был на бензе, поэтому фикса карандашком обводим. Я предлагаю. Я туда даже не подошел. Ну, Ася сказал же, что ты был с ним. Ну, справа с ним. Ну, я там и остался. Вот Ял проходил мимо меня, он может доказать. Ял с нами сейчас стоит в... Ну, он прошел мимо меня, мимо меня туда прошел. Ну, а сколько времени прошло, когда ты там стоял? Пару секунд. Почему Джонни всегда обвиняет в чем-то фикса каждую игру? Я не знаю, меня уже карандашком настолько обвели, что там уже бумага порвалась просто. Не-не-не, там реально. Ну, это по словам Аси. Именно между Джонни за, и фиксом. За Джо-Джо Фейс, наверное. Да. Чё, блядь? Действуйте втроём, вы знаете, что вы мирны. Так, мне надо задание помимо этого выполнить, да? И тогда я вообще всех увижу, правильно? Или как? Бля, мне очков, ребят. Как это вот быстро прожать вот эту кнопку? Бля. Да. В решеточку прыгнул сейчас мне в медичке. Бля. Там Диманес еще может быть инженера, не обязательно импостер. Ребят, я... Замочил микрофоном, блядь, такой, не! Я, по-моему, давно не говорил, что ураган и чупик зеленые, кстати. Короче, Диман, перед тобой в люк прыгнул мирный. А кто это был? Ты уверен? Это лучше не говорить. Лучше не говорить, потому что есть роль ассасин, который может убить. Это был знат. Зная роль. Да, как Паша про это говорил. Не говори, что это я. Знат и Ял фейковали на сканере. Все правильно. Не, вот знаете почему я не верю Асе? Потому что у него есть геймпад. Поэтому, Асе, ты врешь. Что дает геймпад? Нет. Смотри, на геймпаде можно к меду... Да-да-да, вот прям на столе мутишь, на скан на столе ставь. А есть люди, которые хотят БЛ, серьезно? Короче, давайте скип, давайте. Сам ты делал, я помню. Я не делал. Джонни один раз делал, потом ты. Не-не-не, я не делал, у меня реально всегда было. Чупикс? Ява, у тебя есть? Ребят, если есть игра, которую вы видите, что нет, есть заказ игр, есть голосование, есть, блять, ну, типа, дохера всякого. Ну, как-то лучше, да, играть? Ну, не, там можно спародировать можно скан. Все, о, сейчас подключу, подожди. Узнал, а такой еще разрывистый такой. А, да, я извините, да. А что у меня? Фикс, это ты? Не, это я. Нет. Ну ладно. Кинг-бэнг, скажите, что это за ум, что это за парень? Так, давай Джонни, слышь, определим. Угу. Джонни пытается съебаться от меня, понял? Ах ты сука. Походу трейтер. Нет.
Джонни зеленый. Ликс. Ликс пошел наверх. Трупов нет. Ликс что-то делает здесь опять. Джонни зеленый. Ликс бегает здесь. С кем ты знат был? Джонни зеленый. Да, это фикс, кикаем нахуй. Вы что? Это фикс. Опять это говно! Я просто начинает. Фикса кикаем. Подождите, я опять убил чела с защитой, скажите мне, пожалуйста. А, вот что ты дернулся. А по итогу, какая роль у тебя фикса? У меня, я увожу в этот... А я специально на люк главного электричества взял, жду сейчас, когда... А по названию? Андертейкер. Андердог. А у меня до этого был андердог, мне Джонни сказал, что это эта роль. Ах ты мышь. Нихуя кто у нас? Хороший Аси. Самоубился. Еще Аси в ответ. Я воспалился. Ассасин у Аси, если что, роль, бля, как... А, ретрибьютионист, если ассасин есть. У Аси... Нормально, это не Аси. Это не Аси. Сейчас пойдут всякие. Ураган-предатель подсказывает. Тогда я же в люке могу прыгать, я и скан пародирую. Что я там еще делаю? Не, ураган зеленый. Еще и зеленым свечусь вообще. Ураган зеленый. Чупик вот зеленый, я. Джонни зеленый. Это я либо Литпут? Я. В смысле, я. А, Литпут же точно есть вообще. Я в Яла голосую. Точно не нейтрал, он чинил этот саботаж. Ял? Либо импостер? Да, это Ял, скорее всего. Я зеленый. Жалко фиксаторию, брат. А, ну чё Литпут? И Диман, Ликс, а? Что? Я всё норм. Вы думаете, я буду врать вам, что ли? Не, я... Просто Ял его мутный чел. Ликс, если что, при мне прыгал в люк. Я могу врать. Я потому что инженер, я типа могу чинить фикс. А кого ты видел тогда, если ты... Подожди. Что, блять? Ну, инженер же прыгает в люк, в смысле, что? Ты инженер? Да. Я-то не додумался, ладно. Кикните меня в Next, пожалуйста. Хорошо. Блин, я тоже хочу понимать, чтобы поржать с вами. Я тоже не понимаю. Ай, блядь. Мощно, блядь. Очень мощно. А что случилось? Короче. А как так-то? Давайте я расскажу всю ситуацию. Оля говорит, что ураган зеленый. Соответственно, зеленый прыгает в люк, это инженер. Диман еще репортит урагана за то, что он прыгает в люк. Бля, это херня, я не знаю, не нажимается это, я не понимаю, как это работает. Че это за роль, Диман? У меня свук этот опять. А ты в невидимку должен уходить, Диман. Я не понимаю. Это нормально, Дима. Аси промазал ногу. Ты услышал его роль, что ли? Он сказал спать. Да он это, про того. А как? А кто мне щит тогда наложил? Я так. Я знаю. Эй, а может, меня Дима только пробегал, я думаю... Я просто услышал охреневание урагана. Ты инженер? Не, просто Диман же зарепортил урагану. Да. Нормально. А сейчас вам у нас нейтралка остается. У нас нейтралка остается. Да ладно! Вот почему Ася промазал. Нифига себе! Бра! Гениально! Блять, до пацаны я не знал! Понятно, гений на Алексе, блядь! Бля, мне теперь верить не будут никогда! Я не ожидал такого. Он переиграл просто. А прикинь, он еще убил Аси и выиграл. Да. Ну да. Ну я Аси промазал. А почему мы в натуре не подумали после смерти Аси, что-то не так? Я думал, тупанул. Знаешь, на Аси похож. Скорее Аси тупанулся. Дима переиграл. Охренеть. А, бля. Так, все, у них на это как бы другая ступень, это уже не прям новичок, они который сразу сдается. Поэтому все, не вообще никак не сдаемся.